глубоко интернационально по своему духу, очень трудолюбиво. Там удивительное правило существует в семье, что младшему брату передаются наследство, но любой старший приезжает, желанный гость, его встречают с почестями и самым обильным и вкусным столом. Я поздравляю и руководство республики, они умеют хранить свои традиции и приумножать. Но сегодня, когда нам объявили гибридную войну, и эта война уже превратилась в горячую на просторах братской Украины, у меня супруга с Украины, у меня три брата работали на Украине, мой старший дядя, брат отца похоронен там, сражались за советскую родину, отец 4 месяца за день содрался под Севастополем, но оторвало, но вы же почти 50 лет учились. Сегодня надо уметь говорить правду такой, какой она есть. Тогда мы снова обязательно победим.